Загребаем все на завалы. Вот есть находочка. Как раз для работы. Отложим. Нашел литературу. Да, книжка о том, как воспитывать невесту детей. Вот диванчик с этикетками. Забыли снять или новый еще. Куча бумаг, какие-то чеки. Для дыхания часто нахожу в домах. Вот такие часики. Что за контора, надо пробить по интернету. Отложим. Вот ручки. Да. Не загружается. Вот есть комната встреча. Вторая. Я не разбираюсь, но вроде шестая. С этим легче, что-то сделаешь. Подставочка. Вот и тесная находочка Nintendo. Давайте к нему. Кабель. Вот не зря расковал. 120 баксов есть. Пули себе делаю. Еще две. Часики. Отложим, потом узнаем, что за ней. Еще куча патронов в этой коробочке. Револьверные патроны. Вполне возможно, еще может быть пистолет где-то. Серебряная цепочка с игристыми.
подсели одну цепочку. Английская звезда. Вот, а на сегодня все. Через полчаса начнет темнеть. В доме электричества нету. И так успел сделать сегодня много. Собрал около 60 пакетов. Разгреб завалы. Вот эта комната девчонок была самая грязная. Самое большое мусора в нем было. Вот, ну, и нам остается разобрать ванну, кухню и весь первый этаж. Вот, а на сегодня все.